указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года награждается юбилейной медалью 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от имени президента Российской Федерации Плотникова Серафима Гавриловна. Указ 10 марта 2020 года. Глава района. Да прицепить нет, надо. Сказали сфотографировать и фотографию послать им, что действительно получили вы. Все вместе сфотографировать? Ну, давайте, вставайте. Нет, вам надо открыть, показать всем. Вот так. Пойдемте, подходите. Встаньте, встаньте вот так вот прямо. Пойдем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.